Правительство Великобритании выделило свыше 90 миллионов долларов в фонд ядерного топлива. Это решение приняли, чтобы сократить зависимость от поставок горючего из России. Выделенные средства пойдут на создание мощностей по переработке урана в стране. С помощью проекта «Королевство» планируется стимулировать инвестиции в атомные станции, а также нарастить экспорт ядерного топлива. Об этом заявил глава Британской ассоциации ядерной промышленности. К 2050 году Соединенное Королевство планирует производить на АЭС четверть необходимой стране энергии. К тому времени их суммарная мощность должна достигнуть 24 гигаватт против нынешних 7.